Здравствуйте. Купил в розетке диктофон Zoom H1. Причем не один, а две штуки. Действительно очень хороший. И сейчас я покажу, что здесь внутри. Очень удобно, что уже есть полный комплект. То есть имеется батарейка. Это пальчиковая батарейка, обычная на 1,5 вольта. Сам диктофон. Флешка с переходником. То есть имеется полный комплект. Сразу можно приступать к работе, не думая, чем дополнить. Звук сейчас такой плохой, потому что диктофон все еще не включен. Для сравнения, пишется на микрофон камеры и на телефон. В данный момент слышно, как звук пишется на телефон. Подержать одну секунду. Вот он включился. Направим его к себе. Сразу же предлагает выбрать дату. Дата. Теперь звук пишется на диктофон. Дальше, что имеется в пакетике, это инструкция использования на английском языке. Все функции включения. В этом листочке подсказка уже, как пользоваться на компьютере программами. Это, наверное, памятка для пользования SD-карты. Так, почему я выбрал именно? Во-первых, здесь достаточно много функций, как для его цены. В данный момент это было 3500 гривен. Громкость. Также можно параллельно прослушивать сигнал. Также вот таким вот шнурком, который в комплекте не идет, можно подключать к камере или даже к телефону. Он, разумеется, через переходники папа-папа, прям вот сюда и к камере. Здесь выбираем WAV или MP3. И MP3 битрейт можно дополнительно здесь еще выбрать с помощью вот этих кнопок. Также можно подключить петличку. Можно подключить к компьютеру и использовать его как USB микрофон. То очень удобно. Он распознается как USB аудиокарта. Без проводов, нет помех, нет фона и шума. Поэтому я их заказал сразу же два для работы с видео, с видеомонтажом, чтобы было меньше проблем обработки звука. Здесь мы смотрим аналогичная комплектация. Имеется флешка, имеется диктофон. Этот я уже открывал, когда проверял наличие товара, исправен он или нет. Да, проверяйте. Приятный на ощупь пластик, мягкий такой soft touch, действительно очень приятно, не оставляет отпечатков пальцев. Также имеется индикатор заряда батареи, я рекомендую пользоваться пальчиковым аккумулятором. Большой плюс, что можно использовать со стандартными штативами, имеется обычное штативное гнездо, даже можно на селфи палку прикрутить. Или через переходник можно прикрутить на камеру и использовать его как наружный микрофон прямо на камере в комплекте. Отличный аппарат, всем рекомендую. Снял для того, чтобы получить 100 гривен бонус за распаковку от розетки, но не знаю, как решится этот вопрос, так как я купил два аппарата. Посмотрим, что розетка придумает. Привезли прямо домой, вместо экспресс, очень удобно.